Здесь на самом деле методом подбора цифр находим чему равно А, чему равно Б и чему равно С. То есть вот допустим А это двоечка, 2 умножить на 2 будет 4, 5, Б это троечка. Методом подбора тут у нас 15 плюс 6, 15 плюс 4 будет 19. Соответственно, также подбираем вот здесь вот. Соответственно, находим таким способом уже значение С. И получается, что у нас А равно двойке, Б равно тройке, С равно девятке. СБ это у нас 9,3. СА это 9,2. Ну и понятно, что СС это 2 девятки.